Делать добрые дела для студентов политехнического техникума – любимое занятие. Совместно с друзьями, активистами социального центра молодежи, ребята спешат на помощь ко всем нуждающимся. Идея создать масштабный благотворительный проект «Добрые руки в добрые дела» появилась год назад. Вместе с главным специалистом по работе с молодежью СЦМа Евгенией Зубаревой и социальным педагогом политехнического техникума Мариной Чекилевой, Кристина Хмаренко приступила к осуществлению своей задумки. А заключалась она в предоставлении бесплатных парикмахерских услуг пожилым гражданам и инвалидам Ленинско-Кузнецкого. Мы подтянули волонтеров, так как у нас есть девочки, которые учатся на парикмахеров. Вот. Они согласились с этим, все, они начали помогать. И вот на протяжении года мы вот реализовывали этот проект, решили сначала на город пойти, ну, защитить, защитили. Потом на губернатор. Тоже защитили, как бы у нас хорошо прошло. И мне кажется, что это удачный проект. Именно так благотворительная деятельность получила высокое звание социально значимого проекта. На протяжении нескольких месяцев будущие парикмахеры политехнического посещали Центр реабилитации несовершеннолетних детей и подростков «Радуга», Центр социального обслуживания населения, Общество слепых, а также Дом сестринского ухода в поселке Никитинский. Бесплатные стрижки и прически получили более 200 человек. Мы старались, какие-то модельные стрижечки там делали. Мы не только предложили свои услуги и поговорили с ними, они высказались, потому что там не все могут получить такую заботу, как бы мы дали им даже то, что надежду, что мы не забываем их, мы все равно навещаем их, когда просят, нам звонят, предлагают, что давайте приезжайте, что вы нам понравились. За реализацию проекта на губернаторском приеме Кристина была награждена грантом губернатора Кемеровской области и денежной премией. Сейчас будущий стилист разрабатывает план дальнейшей работы. Задача стоит непростая – охватить благотворительностью и нуждающихся за пределами родного города. Анна Ашуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.